как вы поняли, видео я здесь больше не выкладываю. Все, баста. Я полностью перешел на свой новый канал. Там уже 270 подписчиков. Спасибо тем, кто перешел отсюда туда. А рассказать мне просто хочется такую историю, которая случилась в Каменске-Уральском, когда я был школьником. Меня вообще видно? Напишите. Поставьте лайк, если меня видно. На моем канале вышло новое супер-классное видео. Злая продавщица, уйди. Вау! Да, и мамой. Я же вас питала. Блин, будь я не я, если я сейчас не познакомлюсь с девчонкой. Не захотела со мной знакомиться. Вертихвостка. Я сказал чао. Это уже третья девчонка, я вот сейчас прошел, которая меня просто проигнорила. В общем, после середины нового видео на новом канале, я ссылку на всякий случай отправлю, оставлю, я рассказываю историю. Точнее, я, наверное, рассказываю концовку истории, как мы прикалывались в школе над шашлычником в кафешке. Просто чисто для вас я расскажу начало этой истории. В общем, начиналась она с того, что мы тусили с друзьями в подвале. Это все были трудные подростки, панки, еще там другие ребята. И к нам пришел один друг, он до этого с кем-то поговорил, кажется, то ли с азербайджанцем, то ли с узбеком. И тот рассказал ему разные прикольные, обидные слова на их языке. Они были очень смешные. Я помню только одно. Эй, кучу, кунитагум. Не буду переводить это значение. Ну и нам показалось это очень смешным. Мы сразу же воодушевились и побежали к кинотеатру «Юбилейный». Там была кафешка, которую замутили кавказцы, чтобы поприкалываться над шашлычником, который там готовил шашлыки. И, в общем, мы стояли на горе, а он внизу. И мы ему кричали: «Эй, кучук, унитагум!» И еще какие-то другие кричалки. И он только начинал бежать, и мы от него сразу убегали. Он вообще был не в невыгодной ситуации, потому что мы были на горе, и мы быстро могли убежать. Это, конечно, полный отстой, но, блин, мы были школьниками. И время было такое тяжелое, сами понимаете. И когда мы совсем стали храбрыми, мы вообще близко к нему подбегали. А он за нами как бы начинал бежать, но не успевал. Получается, вторая часть ждет вас в новом видео. Но сейчас вы меня уже точно не видите. Так что я с вами попрощаюсь. Свободных денег у меня сейчас $400. Супер. Куда идти?